Выйди, Лили, Ола, Китай. Добрый вечер, мои любимые. Мы с Лили на прогулке. На автомобиле. Лили за рулем сегодня. У нее есть водительское удостоверение испанское, поэтому она за рулем. Сейчас поедем в Ла-Калету на прогулку вечернюю. У нас так свет падает, Лили. А ну расскажи что-то подписчикам. Расскажи. У нас свет падает. Мы тут на таком красивом Мирадоре. На хорошей такой смотровой площадке. Лили что-то балуется. Не хочет сниматься. Стесняется. Лили, vamos a Caleta, no? No quieres? Damos un paseo? Проснулась сразу. А тут меня защищает от проходящих мимо людей, гавкает на них. У нее тут есть ремень безопасности. Она, Лили, я все понимаю. Только давай сдвигайся чуть-чуть. Вот ее ремень безопасности. Мы пристегиваемся. Она пока за рулем там осталась, а я с ремнем безопасности. Идет рыбак какой-то, наверное, но это не точно. Я в солнечных лучах закатных. Еще один рыбак. Рыбачка. Лили, damos un paseo corto. Ой, ¿qué tal? Bien, ¿estás bien? Estás bien? Vamos. Давай, освобождай место, я сейчас буду за рулем, а ты будешь копилотом моим штурманом. Сейчас пристегиваем Лили, а ну Лили, давай. Пристегиваем Лили. И отправляемся на прогулку в Ла-Калету для разнообразности. Vamos, Lili. Ven aquí. No. En tu asiento. ¿No quieres? No quieres. Ven aquí. ¿No quieres? Tu lacita. Qué bonita lacita. Ven aquí. Ven. Vamos. Estás... ocupada con mi asiento. Vamos. Или ты будешь за рулем? Давай, заводи мотор, поехали. Лили, vamos. Ven aquí. Сейчас я сажусь за руль, в общем, и едем. Так, мои сумки все на месте там. Давай, пошли, Лили. Давай на место сюда. И отправляемся. О, сразу освободили место. Водительское. Лили знает. Лили будет рулевать. Лили любит кататься на этом, на автомобиле. Лили, vamos. Потихоньку. Ла-Калета. Ла-Калета. Радио. Всем до новых встреч!